стены со стороны коричневого цвета здания, которое до сих пор считается шедевром архитектуры города конца 19 века, строилась по проекту Максимилиана Мессмахера для архива Госсовета. Одна из первых работ Мессмахера в Петербурге, но сразу за нее он получил орден Святого Владимира. А вот от денежного вознаграждения тогда почему-то отказался. За мостом слева угловое здание – это новый Эрмитаж. Последнее по времени постройка всего Эрмитажного комплекса. Новый Эрмитаж строили уже в 19 веке, причем специально для музея. А вот до этого Эрмитаж почти полностью оправдывал свое название. Из перевода французского слова «Эрмитаж» означает «жилище отшельника», «уединенный уголок». Сейчас даже звучит странно, Эрмитаж и уединенный уголок. Но почти так оно и было. При Екатерине город привозит сначала всего лишь 225 картин, купленных у Бернецкого коммерсанта Гонсконского. И первыми коллекциями любовалась наша императрица, а как она пишет барону Мельхиору Гуриду, коллекция Эрмитажа любуюсь лишь я, и дворцовая мыши. Да, в наше время Эрмитаж один из крупнейших музеев мира. Почти 2 миллиона экспонатов насчитывают его коллекции. Сейчас мы с вами под Эрмитажным мостом выйдем в Неву. Вот именно это место, выход из зимней канавки в Неву, считается нашим городом одним из самых-самых красивых. Сейчас мы сами будем иметь возможность этого удивиться.